Мы прямо сейчас откроем Хэллоуин стикер пак за 4000 голды. Это будет жестко. Ну а ты подпишись на канал, ведь моя мечта 2 миллиона подписчиков. Поставь лайк и напиши, что нам открывает дальше в комментарии. Это просто офигеть. Короче, если падает Gold School, он мой. С Рейнбоу, короче. Да, Gold School, я просто коллекционер наклеек. Ты чего, у меня наклеек на 200 тысяч голды? Мне вот, да, мне вот самое интересное, что предложит выбить в следующем видосе. Что открыть, я даже не знаю, что предложит. Предложите, пожалуйста, не Origin кейс. Он сейчас под 9 косарей. Только не Origin, только не Origin. А прикинь, если скажет этот гифтбокс открыть, он вообще 20-ка стоит. Лучше Dragon, лучше Samurai. Нет, я вообще не хочу, чтобы тебе еще Аркана падала, чтобы ты шанс его не использовал. Просто прикинь, если Аркана выпадет, потом мог Old School выбить. 4 рарки. Давай. Отсюда. А давай, знаешь что? А давай, знаешь что? Вот любая наклейка, которая тебя отсюда падает, ты мне ее сливаешь. Круто я придумал. Не, ну типа, если что, пойдет, она всего там 800 голды будет стоить. Погнали, заказать? Вот. Лови, братанчик. Напиши, что нам открыть дальше.